По сравнению с прошлыми годами авиакомпания AirAsia, конечно же, стала дороже. Это уже не тот привычный всем нам азиатский лоукост. AirAsia, наверное, взрослеет или отрабатывает безумные скидки прошлых лет. В то же время, ее предыдущие цены настолько приручили туристов, что теперь большинство летающих по Азии выбирает AirAsia почти автоматически, помня, что покупали авиабилеты недорого именно у этого лоукоста. Авиакомпания AirAsia, отзывы пассажиров. Из последних отзывов об AirAsia, Михаил К. появились прямые рейсы Куала-Лумпур-Чианг-Рай. Давно надо было. Путешествовать по северу Таиланда теперь стало проще. По отзывам часто летающих пассажиров авиакомпания добавила новых строгостей. Алекс, летели из Пхукета в Сингапур. Так, при регистрации на рейс, с нас впервые потребовали показать обратные авиабилеты из Сингапура. Неслыханная дерзость, улыбка, а где же изначальная фирменная простота и беспроблемность полетов? Хорошие новости о компании AirAsia. Авиакомпания добавила прямой рейс Чианг Май Куала-Лумпур. Авиакомпания AirAsia отлично отладила составные рейсы на острова Таиланда. Например, добираться из Бангкока до Самуи стало гораздо проще. Комплексные билеты AirAsia отличное решение для всех путешественников по Азии. Было время, когда в Куале, в старом терминале LCCT, пассажиры AirAsia перед посадкой долго и бодро семенили к нужному самолету от здания аэропорта, осматривая местные достопримечательности и другие самолеты. Такой вот аэропортовый фитнес, к черту автобусы, настоящие туристы всегда должны быть в тонусе, улыбка. Сейчас читают, виза ран в Бирме, бордер ран или как остаться в Таиланде подольше, однако, сейчас ситуация изменилась, в новом терминале KLIA 2 авиакомпания AirAsia научилась быстро обрабатывать все пассажиропотоки. Иногда даже пассажиры выходят из самолета через рукав, это уже суперинновация. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.